пару ребят, которые играли там в плот, а не мафию. Мне сказали, там и мафию, а ты плот. Я очень люблю играть в плот. И когда приехал, вижу игру мафию, решил присоединиться. Ух, какая ностальгия сейчас у меня. Проиграли, и после этого был такой, все сразу напали меня. Ты же знал, ты же не знал, что номер какой-то этот красный игрок, а тот черный. У меня, короче, был в голове полный там, не знаю, бардак. Ну, я люблю петь, но я так скажу, как бы я любитель, так я не профессионал. Вот я сейчас переехала в Америку, я хочу поступить здесь в институт. Ну, как бы я на самом деле так с детства понимала, чем я хочу заниматься, но так получилось, что я училась на финансиста, не закончила, все потому, что я не хотела этим заниматься. Но сейчас я осознаю, что я хочу петь и связать свою жизнь с музыкой. То есть, вот. Хочу научиться этому профессионально, не просто там, а как-то так. Ну... Трудно сказать, за что любят, потому что если объяснить, за что ты любишь данного человека, твоего друга, это уже не любовь, а просто хорошее отношение. Поэтому любят, потому что любят, а уважают за то, что, наверное, я тоже всегда ко всем отношусь с уважением. Вот, сейчас самое время сказать, все это не записывалось, и начать сначала. Начинаем, Кавенин.